Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас вот такой хорошенький складник. Это Hero от Kizler Supreme. Сталька 440C. Вот давайте мы с вами попробуем на клиночек на деревяшке. Ну давайте, прежде чем начнем, посмотрим, что ножичек выправлен, да, в бритву. Бреет всеми частями клинка. Ножичек мне понравился. Маленький, такой хорошенький. По большому счету, даже придраться было не к чему. Единственное, что мне как-то так немножко насторожило, а может, мне это показалось, что когда я его точил и правил, как-то он очень уж быстренько наточился. То есть по ощущениям как-то, ну, что 440C все-таки надо немного приложить усилия для того, чтобы ее наточить. Здесь как-то все было очень быстро. Ну вот я решил посмотреть, как себя поведет РК. Ножичек реально славный. Посмотрите, сразу же идет такое энце на рукояти. Хват удобный. Он мне когда в руки попал, так вы знаете, даже такая какая-то все-таки гордость за отечественного производителя, что ну смогли сделать что-то нормальное. Не топорная. Ну, а слышите, с каким хрустом, да, врезается в деревяху. Резать стараемся под максимально неудобным углом, приближенным к 90 градусам. Потому что ясно дело, что вот так вот стругать он будет долго. Так, сопротивления никакого ножа нет. Можно и так вернуть. Ну что, ковыряет неплохо. Хороший клиночек, сведен в зеркало. Да, полирован. Пожалуй, единственный недостаток, ну если брать клинок, что тут отверстие, оно могло быть чуть-чуть пошире. Все-таки, когда берешь спайдерка, понимаешь, что спайдер-холл с его размером реально удобен. А здесь, когда нож закрыт, вот лично мне, но вот чуть-чуть не хватает для пальца. Я думаю, мы уже всю режущую кромку протестили. Чем мне нравятся тесты на деревяшке, в отличие, допустим, от тех же тестов на картоне. Тест на картоне, да, в картоне много инородных веществ каких-то, инородных вкраплений, которые садят режущую кромку очень сильно. Деревяха, она, может быть, садит режущую кромку не так сильно, но это если вот при таком резе, да. Если же резать, как люблю я, вот так, то сопротивление тоже, дай бог. Но самое главное, что при резе деревяшки ты сразу узнаешь все еще и рукояти. Потому что когда ты нож вот так вот сжимаешь в магазине, это одно. А когда у тебя идут такие нагрузки, это совсем другое. То есть деревяшку вот одну порезал, и сразу все
На ноже ясно. Мешает клипса, не мешает клипса. Насколько рукоять удобная, неудобная при силовом резе. Что где упирается. Потому что можно долго в теории крутить нож. Так, так, так. А на практике убедиться, что вот так строгать что-то серьезно неудобно. Приходится брать вот так и посмотреть за то, какая часть клинка вверху упирается в руку, как тебе ложится клипса. Это такой тест, на мой взгляд, который сразу показывает о ноже очень много. К сожалению, в магазине вам никто потестить нож не даст. Да? А было бы забавно, да, приходите в наш магазин и потестите любой нож на деревяшке. Так вот, конечно, в магазине никто вам ножик потестить не даст. Ну, для этого есть мы, да? Ютуберские тестеры. Ну, скажем так, вот здесь вот, когда вот так вот держишь при сильных нагрузках, да, то все-таки вот эта остренькая часть вот сюда в палец немножко впивается. Ну, не сильно, конечно. В общем, в целом, впечатление от рукояти положительное. То есть достаточно комфортно для такого маленького ножичка. Вот насколько я по руке чувствую, что у меня нет ни одной еще натертости. Сейчас посмотрим, как в реальности. Приятный стоит, слышите? Ладно, обмучили, хватит, смотрим. В принципе, на руке никаких повреждений нет. Теперь посмотрим, что у нас стало с режущей кромкой. О, Борис Ельцин. Ну, заминов на стали нет. То есть делаем не вот так, не вот так, а медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. Слушаем и смотрим. То есть нигде не замяло. Значит, выдержало в этом плане. Смотрим так. Ну, нигде ничего. Значит, наверное, просто слишком хорошие у меня оказались алмазы. Так, проверяем. Ну, еще пытается брить. Уже, конечно, хуже. Но думаю, что буквально пару проходов. Что вы заметили, да, что вот эта часть как бы брила, хотя на нее приходилась нагрузка, а вот это нет. Ну, может, я ее просто чуть-чуть вывел сильнее. Вот, давайте буквально пару раз. Видите, стараюсь так, чтобы нож из кадра не исчезал. Да, чтобы потом не сказали, что наточил. Ладно, более-менее вытерли. Видите? То есть сталька хорошая. 440C в исполнении Kizlar Supreme, по крайней мере, на ноже Hero. Мне понравилось. Достаточно легко точится. Очень легко правится. Но в то же время, перерезав вот такую деревяху, мы практически не потеряли в остроте. Приятный ножичек. Всем спасибо за внимание. До свидания.